Да, вот сейчас вопрос зума, друзья, сейчас минуточку. Светочка, как меняется твой позвоночник? Выравнивается ли, двигаются ли кости, раскрываются ребра? И как походка? Меняется ли походка? Но я, наверное, скажу, что мне все-таки сложнее оценить себя. Это, наверное, как-то со стороны будет более проще. Это первый момент. И второй момент, я уже рассказывала, у меня тут было такое, что у меня защемило под левой лопаткой очень сильно. Я думала, что со мной вообще такого не случится. И я поехала. Я поехала к автоправу, и он меня всю посмотрел и говорит, но я могу сказать, говорит, что в таком возрасте, чтобы кости стояли на своих местах, говорит, это редко такое бывает. Вот это все максимум, что я могу сказать. Но это я была первый раз в жизни, я не знаю, это на автономии что-то выровнялось, или просто у меня само по себе так оно было. Не могу сказать, но хочу сказать, что вот я сейчас с Настей занимаюсь, в ее закрытом клубе, и некоторые упражнения мне даются так достаточно тяжело, но мне это очень нравится, но нет такого, что ты перешел на автономию, ты весь прям такой гибкий и легкий стал, и все равно у тебя открываются каждый раз какие-то новые возможности перед тобой открываются, а воспользуешься ты этими возможностями или нет, это зависит только от тебя, это не автономия, все равно мы же остаемся быть людьми. Поэтому нет такого, что ты стал автономным и все, и ты стал волшебником каким-то. Ты остаешься человеком, который по-иному начинает пользоваться теми возможностями, которые тебе предоставляются каждый раз.